Насчет шлемов с забралом, с вами Дистракт. Вполне себе неплохое решение носить в кармане пропитал. Ведь если вам прилетит забрало или же шлем, у вас будет контузия, которая как раз таки им и убирается. Также, если вам разбили забрало, то с включенным фонарем будет куда лучше видно, нежели с выключенным. Ну и третий момент, выходи сразу с опущенным забралом. И просто так его туда-сюда не поднимай, иначе начнешь в него дышать. Запинай кнопку подписаться, увидимся.